дорогие наши ветераны, уважаемые коллеги, друзья, День Победы. Самый правдивый и самый народный. День благодарности и поклонения нашим дорогим ветеранам. Мы снова и снова говорим вам спасибо за то, что родились наши дети и внуки. И мы сделаем все возможное, чтобы и они бережно хранили память о подвигах героев Великой Отечественной войны, знали ее уроки во имя безопасной, спокойной и мирной жизни, осознавали свою ответственность за судьбу России и вносили свой вклад в развитие традиций сплоченности и подлинного патриотизма. Сегодня все мы испытываем одинаковые чувства. Нас переполняет гордость за свою страну, разгромившую нацизм, за наш великий народ, победивший в битве, равной которой не знала история. В странах Содружества, в дальнем зарубежье отмечают наш общий праздник. И в каждой семье есть и свои герои, и свои воспоминания. Рядом с вами. Сегодня быть рядом с вами. Позвольте еще раз сердечно поздравить вас, отдать дань глубокого усилия в потере и испытания. И не сломались, не трогнули, не отступили. Многонациональные страны. А ваше бескорыстное братство стало нашим бесценным наследием. Мы снова и снова говорим вам о подвигах героев Великой Отечественной войны. Знали ее уроки во имя безопасной, спокойной и мирной жизни, сплоченности и подлинного патриотизма. Мы никогда не изменим вашим заветам любить, беречь. Позвольте мне предложить тост, поднять наши бокалы. Уважаемые ветераны, ваш день. И мы переносили в потери и испытания. И многонациональные страны. А ваше бескорыстное братство стало нашим бесценным наследием. И мы сделаем все возможное, чтобы и они бережно хранили... Праздником вас! Праздником вас! Праздником 67-й годовщины Победы!